Добрый день, меня зовут Альбина, я представляю компанию China Campus Network. Сегодня мы поговорим о высшем образовании в Китае и о том, почему иностранным студентам сложно учиться здесь. Китай известен своими престижными университетами, которые привлекают студентов со всего мира. Но почему иностранным студентам бывает сложно учиться в Китае? Один из главных факторов – это высшее образование системы Китая. Когда студенты поступают в топовые университеты Китая, они сталкиваются с интенсивностью учебного процесса. Огромный объем материала, многочасовые занятия, лабораторные работы и проекты – все это требует высокой выдержки и настойчивости. Стоит отметить, что студентам не нужно беспокоиться о том, где поесть или где учиться, потому что обычно на территории кампуса расположено множество столовых и кафе с разной и вкусной пищей. Кроме того, многие университеты также имеют круглосуточные библиотеки, где студенты могут учиться в удобное для них время. Это удобно для студентов, ведь можно спокойно сосредоточиться на своих учебных занятиях и избегать дополнительных забот о питании и месте для учебы. Иностранцы, приезжающие в Китай для обучения, сталкиваются с культурными и языковыми барьерами. Привыкнуть к новой культуре, учить китайский язык и налаживать социальные связи – все это требует усилий и времени. Больше практикуйтесь, используйте пассивные техники изучения языка, слушайте песни на китайском языке, смотрите фильмы и сериалы с китайскими субтитрами, а также разговаривайте с носителями языка. Ведь только поначалу может быть страшно и волнительно, что вас не поймут, но страх проходит со временем и постоянными практиками. И через некоторое время вы будете спокойно общаться на любые темы с носителями, а также со своими одногруппниками и новыми друзьями из разных стран. Несмотря на сложности, китайские вузы привлекают сотни тысяч иностранных студентов из США, Кореи, России и других стран. Топовые университеты предлагают высокий уровень образования, доступ к передовым технологиям, научным исследованиям и международным программам обмена студентами. Китайский диплом открывает двери к интересным карьерным возможностям. Вот и вся правда о китайском высшем образовании. Сложности есть, но результат стоит усилий. Если вы готовы погрузиться в уникальную культуру и получить высшее образование высокого уровня, обратите внимание на возможности обучения в Китае. Мы в компании China Campus Network всегда готовы помочь вам в этом процессе. Так что если вы рассматриваете возможность получения высшего образования в Китае, не бойтесь. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о высшем образовании в Китае. Увидимся в следующем видео.